Хей, йо, гайс, с вами Шумики, и мы продолжаем проводить игру под названием «Тасс разыскивается». Да-да-да, Тасс, время просыпаться. В прошлой серии мы были с вами в городе мертвых, где быстрее так к Хэллоуину относится уровень и все такое. И у нас босс. У нас остается босс этого уровня. Ну что, поехали. Ай-яй-яй. Welcome to your doom, Mr. Devil. You think you can avoid this here dynamite and blow me up? I don't think so. If you weren't such a slow-thinking varmint, you'd notice the fragile crates is marked with big red crosses. And if you weren't such a dim-witted, pesky little furball, you'd never even see them four extra explosive fireworks crates here next to my own genius like self. Now would you? Thought so, varmint. Here, tie it. Так, город обмана. Оэсен Сет бросает трогать палки. Тротиловые, скорее всего, тротиловые палки в лабиринте по направлению к Тассу. Тасс должен заставить Сета уничтожить его ящики перед... Так. Преграждающий Тассу путь. Вокруг Сета есть четыре ящика. Так, шеревсками, которые нужно взорвать, чтобы одержать победу с фейерверками. Мне этот уровень всегда нравился, битва с боссом. Довольно легкий. Но он херечит по всей прямой. Это сейчас, да, типа бомбы по 5 секунд дается, чтобы типа убежать. А потом, поверьте, будет ого-го. Будет уменьшаться. У меня тоже есть 5 жизней, если что. Но они не по всей линии. О, уже 4 секунды. Так. Может, нужно будет сразу побежать наверх, взорвать тот ящик желтый, потом взорвать два красных. Теперь, два красных не удастся. Ладно. Давай. Вот, здесь я влип. Ух, только у меня все равно почему-то на шапке осталось 5 жизней. Короче, лучше не рисковать. Если не уверен, лучше не рисковать. Они все еще по 3.
уже по две. Тихо. Поэтому нужно думать, прежде чем куда-то бежать. Да ёлки-палки. Он в одну прямую херячит. О, наконец-то. Все, херяч. Прощай. Ты победил. Ништяк. Да уж, сила взрыва такая, что мы ж прилетели. Молочная комета? Milky Way, стоять. Млечный путь. Звезда смерти. Плитка, вот я помню, что это за плитка была у нас. Это монумент какой-то там черный, который появился на Луне, типа все такое. Да, в игре даже есть пасхалки. Как бы то ни было. Oh boy. А это ребята от Тасленд. One, two, three. Парк развлечений. Ну, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.